На чердаке туристического центра Краславы расположилась экспозиция фарфоровых кукол. Более 1000 фигурок со всего мира демонстрируют многообразие культур и исторического наследия. Краславчанка Ольга Грибули живет в Англии. Несколько лет женщина собирает фарфоровые куклы со всего мира. Она не просто находит понравившегося персонажа, но также шьет одежду, прорабатывая каждую деталь, в случае необходимости, ремонтирует. История экспозиции в туристическом центре в Краславе началась с того, что Ольга прислала в Краславу из Англии часть коллекции. Вдруг однажды ей пришла идея посоветоваться с умными людьми. Она пошла в Дом культуры к Валде Тимуле. Поговорили, и она посоветовала делать выставку. «У нас есть такое место», — она говорит, — «не знаю, хватит ли места вашим куклам». Речь идет о здании краевого туристического центра. Эта постройка является частью замкового комплекса графов Пляторов. Ранее в нем располагался дом управляющего, а сегодня – туристический центр, недавно приведенный в порядок. Самоуправление поддержало идею, и работа началась. В течение 2 недель все сделали. Здесь был чердак, не было ничего, ни ремонта, ничего. Все сделали, покрасили, и мы могли въехать с этими куколками. Ольга целый месяц на коленках ползала, чтобы составить эту коллекцию. Все составлено по сюжетам, очень красиво, все по сюжетам, по национальностям. Сегодня коллекция насчитывает более 1000 персонажей. Самые маленькие – 5 сантиметров. Самые большие – высотой почти в метр. Каждая кукла сделана из фарфора, у каждой своя индивидуальность, в выражении лица, одежде, различных аксессуарах. В экспозиции можно увидеть разнообразие мира, которое передается через кукол. Персонажи сгруппированы по различным тематикам. За группой народов мира следуют невесты и женихи, потом литературные персонажи. Кроме этого, отображены почти все сферы жизни разных поколений. Без сказочных образов тоже не обойтись. Далее мы видим Лайму, когда рождается ребеночек. Она в каждого вкладывает талант, и на протяжении своей жизни они сами его усовершенствуют. А перед нами самые стильные куклы ретро. Обратите внимание, какие меха, перья, бижутерия, бисер, украшения, шляпки. Далее принцесса дневного неба, вся в голубом, летящая в облаках. Корона с сапфиром на голове. Далее мы видим принцессу ночного неба в таком красивом платье цвета медного купороса и черной вуали. Это небольшая часть всего кукольного многообразия, которое нашло свое место в Краславе благодаря увлечению одного человека. В ближайшее время планируется пополнить коллекцию новыми, не менее яркими персонажами.